Всем привет, с вами Ваня. Сегодня мы будем играть в Show of Fish. Так, начинаем. Это игра. Ну, надо, получается, плавать и поедать рыбу. Ну, всяких скатов. Вот, съесть 400 рыбы. Так, надо рыбу съесть или поймать день первый, да? Вот, в эту игру я играл, на нее наткнулся и решил показать. Так, вот нам 150 монет дали. Так, я хочу отключить вибрацию, потому что вибрация. Все вроде сейчас нормально. Так. А потом будет вроде босс, да, какой-то. Ну, начинаем. Так, поймать 5 золотых рыбок. Это вот этих. На момент съемки я нахожусь на даче. Так. Все, поймали. 400 монет уже дали. Так, продолжим. Это мини-обзор, наверное, будет, поэтому. А вот тут они дайте. А вот нам надо поймать. Не знаю, как эти рыбы называются. Вот они. Так, и сразу минус этой игры, то, что вроде энергии много на нее уходит. Телефон. Ну, если прям долго играть. Так, день четвертый. Поймать 5 энергичных рыб. Что такое? Это какие вот эти, что ли? А, да, белые. Все, белые так белые. В эту игру я и прям играл. Ну, потом забросил. Вот. Я ее нашел. Ну, так, случайно. И решил показывать. Так. А, съесть 500 рыб. Всякие рыбы-иглы, как в Hungry Shark. Вот. Ну, ролик будет длиться минут 10, не знаю. Просто показать ее хочу. Но играть, я думаю, в нее буду. Я в нее играл, наверное, ну, год назад. А у нас рыба, кстати, больше вроде, да, становится. Так. Поймать 5. Ну, колючих рыб вот этих. Все, поймали. А у нас открылся скат вроде, да, что-то такое. Поймать crescent fish, что-то такое. Короче, это... А, мы вроде такую рыбу ловили, или нет? Не, мы ловили другую. А, вот они, да? Игра прикольная, ну так, по цвету. Тут есть вроде тайные локации, какая-то была тайная. Атлантида или что-то такое, я вот помню. Не знаю, может будет полное прохождение. Хотя вряд ли. Короче, поиграю и скажу, будет оно или нет. Это сейчас такие легкие задания, а потом они уже будут тяжелые. Так. Это энергия. А что это? Чё... А что это за энергия, интересно? Мы активировали энергию. У нас рыба больше или что? Так, что-то странное. А, вот тут они, да? Что-то их тут много. А, это вражеская рыба. А, это, наверное, здоровье или что-то такое. Да? Это муж ускорение? Не знаю.
что-то интересное. Забыл уже. Так, где эти рыбы находятся? Так, вот мы одну поймали, вот еще, да, 4. А вот 8, да, и... Кстати, рыбы вроде исчезают, они потом в другое место отправляются. А вот мы и поймали, да. Так. Всякие цветные рыбы тут. Catch eel fish. Поймать 10. Ну, eel это как eel. Fish это... Короче, рыбу-змею, так сказать, надо поймать. А вот они, да. Может, это угри? Ну, не знаю. Вроде русской версии нет. Итак, я немного отвлекся. Мы поймали вроде ту рыбу, тебе надо 600. Да, поймать. Вот мне интересно, что это за энергия. Надо разобраться. Может, это здоровье? Не знаю. А интересно, рыб каких поймать? Обычных или всяких? Как бы вот проверить. А, кстати, нужно золотых рыбок, потому что на них можно вроде покупать других акул или рыб. Какие-то всякие. Ну-ка, вот тут какая-нибудь есть. Ну, какую-нибудь. Вот ты эту съесть. Хотя, ладно, без разницы. Всех же ем. Это, по сути, все рыбы. Ну. Так. Еще чуть-чуть. Все поймали, да? Так. А, босс файт. А что делать-то? Что-то... А, мне кажется, надо, знаете, что? Где этот босс? Надо, может, до размера нужного? А это... Если босс, что ли? Ну-ка, что-то у нас... Вот акулы. Это... Ну, вроде обычные, это редкие. Это легендарные. Это вроде... Hunt for Anons. 100 дней пройти, да? Visit World City of Atlantis. Надо посетить потерянный город Атлантида вроде. А. Travel. 100 тысяч километров. Это Crescent Fish. Ну, короче, обычная рыбка. Немножко как-то вроде еще открыть. А давайте еще у нас... 3900 монет за 1500. А рыба пила, да, вроде. Ну ладно, пойдет, поиграем ею. Так, поймать 10 золотых рыб, ну это мы можем. Но игра мне нравится. А это опасное, надо, мне кажется. А что это за энергия, интересно? Ну-ка, давайте вот так вот поплаваем просто. Так, уже видите, красный становится. А, ну это просто как... Мы же играли в Hunger Shark. Это практически так же, видите? То есть наша акула может умереть. А если мы вот эту белую... Блин. Давайте еще раз. Хочу поэкспериментировать. Так. Видите, какой-то корабль тут. 3D так все. Хочу вот так вот немного поголодать. О, рыбки какие-то. Может, бонусы дают. Давайте просто вот так постоим. И видите, мы потихоньку... Сейчас из синего в красный кружочек будет становиться. Где энергии нарисую. И мы сейчас должны просто есть, я это понимаю. Блин, там вражеская рыба.
Да, это просто как энергия, все понял. А наша рыба вроде становится все больше и больше. Да? Какие-то бонусы тут всякие. Так, нам надо золотых рыб поймать. Так, вот, вот. Вот. Ай, блин, you don't have enough energy. А, нужна энергия, чтобы миссию, да? А, смотри, тут можно улучшать бонус монетный, да? Рыбу. А, тут давайте прокачаем. Я все хочу хорошо прокачать. А, мы уже не можем, да? Ух ты, смотрите. А, это может бонус на один уровень? Не знаю. А, мы прошли, я думаю. Так, ну давайте еще поиграем. Поймать 700 рыб. Ну, это мы можем. Ну-ка. Да, и энергия идет, и телефон прям накрывается. В эту игру долго как бы нельзя играть, мне кажется. Для телефонов. Если это мощный телефон, то, возможно, и можно играть. Вот уже, видите, тяжелее все собирать рыбку. Так. Это, видите, вражеская вроде рыба. А я не знаю, ее можно есть или нет. Мне кажется, нельзя. Давайте сюда, по безопасное место. Я даже что-то с ней сражаться пока не хочу. Я забыл, как играть. Видите, рыба исчезает. В другом месте появляется. Вот. Давайте еще. Так, день 13. Поймать 10. Ну, рупик. О, это что, субмарина какая-то? Да, походу. Что-то длинное. Да? Вот они, да? Так, это... Смотрите, какой-то уровень. Можно его окончить. То есть, когда захочешь, да? Так, ну давайте, наверное, день 15 пройдем и будем заканчивать. Потому что... Ну, игра мне нравится. Ну... А, бонус не смотрите, уровень. Ну, то есть, задание нам дали бонус. Поймать сколько? 15, да? 200 монет дадут. Давайте, мы все поймаем. Все равно все подряд едим. Вот. Ну, не знаю, 8 из 10, мне кажется, это игра, потому что минус балл за то, что телефон нагревается, ну, и энергии тратится. И то, что мне кажется, игра немного так подвисает. А может и нет, не знаю. Мне кажется, знаете, как будто бы рыба не поедается. Ну, вот так вот. Максимум 8,5 могу поставить. И все. Это энергичная, да, рыба? То есть нам за нее. А, кстати, энергия вроде все быстрее и быстрее, да, тратится. О, видите, бонус выполнили. Поймать 8 энергичных рыб. О, давайте прям бонусы. Бонус не был выполнен. Так. Так, поймать 10 этих рыб, да? Мы, блин, их поймать даже не можем. Что это такое? Так, а вот они, да? Вроде. Блин, мы сейчас помрем. Что делать, а? Я такой уровень хотел пройти. Блин, а мы вообще сейчас проиграем и все. А, блин.
Ну ладно, давайте заканчивать. Что-то не хочу больше играть. Так. Ну, игра. Бал 80. Всем удачи, всем пока.